Но вы-то не сливайтесь. Дурацкое слово, простите за слово. Вы с нами, спасибо вам, родные. Стояло жаркое лето, где 5 копеек монета, и СССР как планета, и втихаря сигарета висит афиша, что где-то кино от студии Дефа. Ты проскользнешь без билета и Гойко Митич Фаэлэв и снова солнце писали. Поведению двойка, гаражи и помойка, соседка девочка Зойка, в кафе украдена слойка, на жвачку всю из гудрона менял два старых погона и лимонады из сифона, а в тайнике два бодра и стал суперписан. Потом опять гарнизон.
Спасибо, Андрей Васильев поддержал. Братцы, мы споем последнюю песню этого отделения. Он только приехал, как не уезжай. Братцы, ну, действительно много. Ребят, с фаерами поаккуратней. То есть человек пострадал, аккуратней. Я вас прошу. Песня называется «Хочется жить». С фаерами аккуратно говорю сейчас. Песня называется «Хочется жить». У меня пересохли даже губы, если они были. Я не знаю, как это по-украински сказать. Дайте кто-нибудь воды. Дайте воды. И в России еще для инвалидов не все придумали. Ну ладно, паралимпийцы наши первые. Братцы, мы закрываем первое отделение. Впереди гости, очень красивые, замечательные. И еще второе отделение, харьковская группа «Разные люди», которые приехали специально. Михаленко, Клименко, Сечкин. Я тоже буду с ними. Поэтому вам не то, что спасибо, а вам огромное спасибо за то, что вы взяли и сегодняшний юбилей нам подарили. Это правда. Лапочка, это правда. Кацапашвили появится. Мало того, что появится и Шевчук. А «Ангел небес» и группа «Ливень». Вот все я раскрыл. Да, на самом деле, жизнь прекрасна. И вы прекрасны. Потому что нам не так уж много, может быть, осталось. А на самом деле мы не знаем, может быть, и много, но все равно нужно жить достойно, делать праздник каждый день. Спасибо, вы нам сегодня помогли.